Всем привет, с вами Надя Рожнова. Да, я действительно в Парке Победы на праздновании Дня ВДВ. Здесь очень весело, очень много людей, наряженные малыши. В общем, все это очень смотрится мило. Но сегодня я буду говорить вам не о празднике, а о традициях этих ребят. Поговаривают, что они должны купаться в фонтанах, бить об голову бутылки. Вот сегодня мы узнаем, эти традиции правда или миф. Ну что, поехали. Правда ли, что в день ВДВ десантник обязательно должен купаться в фонтане? Правда ли, что ВДВшник обязательно должен купаться в фонтане? Ну, не обязательно. Нет, не обязательно. Если было бы много фонтанов, они бы все равно залезли в любой из них. Это неправда, потому что 2 августа фонтаны выключают. Ну, это пожелание, скорее всего. Может и правда, но это пожелание. Вы купались хоть раз в фонтане? Да, честно. Было дело. Зачем? Как-то зачем? Традиция. В фонтане видно отражение неба и как бы повторяется прыжок в небо. Правда ли, что в ВДВ идут по зову сердца? Правда ли, что в ВДВ идут по зову сердца? Нет. В ВДВ идут по приказу. Ну, надо, значит надо. Я насмотрелся просто всего этого. Патриотические фильмы, передачи, все. Просто надо. По зову сердца или нет? Или все-таки по приказу? По зову сердца. Сердце на борт. Слава ВДВ. Оно видите где? Сердце находится. Стально кололи в наше время, а тут... Каждый ли десантник может разбить о голову бутылку? Правда ли, что любой ВДВшник может разбить об голову бутылку? Правда. Вы умеете? Давайте. У нас бутылок нету. Правда ли, что любой ВДВшник, как супергерой, может разбить бутылку об голову? Это не показатель, во-первых. А чужую? Легко. Смотря кто где служил. В каждом ВДВ есть разные специфики. Аналитика, повар, писарь или боец. Боец может, остальные не знаю. Правда ли, что солдат ВДВ умеет стрелять даже из палки? Не, это вранье. Вранье. Из палки стрелять умеет, палку умеет убить. Палка стреляет один раз, и она на дуру только. Любой десантник может любую палку превратить в оружие. Вот это так должно быть сказано. Даже на ней летать, я бы сказал, он умеет. И ездить, и стрелять. Он все может из палки. Если Родина прикажет, то выстрелить можно из палки. И нужно будет выстрелить. Это да, это так. Этому нас учили. Ура! Вот такие ответы мы получили. А вообще, вот такой вам лайфхак от Нади Рожновой. Если за вами гонится разъяренный ВДВшник, то затормозить на несколько минут его можно фразой «Слава генералу Маргелову». Но вообще, конечно, лучше до этого не доводить. Ведите себя хорошо и поздравляйте этих милых мужчин с праздником. С вами была Надежда Рожнова.